Мир всем! Мы опять хотели поделиться тем, что нам дает природа, бесплатно тем более. А вообще жизнь в деревне, она циклична, цикл годовой. То есть приходит весна, мы собираем кленовый сок, березовый, потом весенние грибы, потом осенние, ягоды. То есть все очень интересно. Вообще кленовый сок, вот сегодня хотел поговорить о кленовом соке. Он очень полезный. Информация вся доступная, можно найти в интернете. Очень богатый химический состав. Значит, кленовый сок, он идет раньше, чем березовый, где-то на месяц. Вот. И в наши края пришла весна. Уже сегодня была последняя минусовая ночь. Уже дальше плюсы пойдут. И сок, вот посмотрите, он стал очень обильно капать. Вот уже набралось. Сколько... Как его собирать? В общем, ничего сложного. Также делаешь отверстие. Ну, допустим, я делал шуруповертом перо на 14. Вот для этого я купил такие прозрачные трубки. Вот всем известный магазин такой, если Руа Мерлен строительный, там отдел сад и огород. И заранее заготовил их, нарезал там по сантиметрам по-разному. Вот и тут. Разделином, чтобы не утекала вода. И, собственно, и все. Очень удобно и хорошо. Вообще, я уже давно понял, что пора переходить на все натуральное. Это же касается и соков, там, которые мы употребляем. В этом году у меня появилась идея, значит, не только самим пить этот сок, но и поделиться с нашими клиентами. Мы продукцию возим в Новосибирск через Барнаул. Вот, поэтому я думаю, что в этом году у нас будет чем порадовать наших клиентов. Самый лучший способ заготовки, ну конкретно кленового сока, это заморозка. Мы его заморозим. Вот, для этого у нас морозильный ларь есть по бутылочкам. И привезем в живом виде. То есть это будет живой, не испорченный сок. То есть весь химический состав будет при нем. Там ничто не распадется, никуда не пропадет. Даже наоборот, вода будет еще лучше, как бы структурированная. То счастье, которое испытываем мы, живя здесь на земле, мы охотно хотим поделиться и с вами. Значит, клен, он полезный, химический состав очень большой. Там и марганец, и калий, то есть, я уже говорил, вся эта информация можно в интернете найти. Единственный минус, если клен расположен, допустим, в городе где-то, то есть, где едут машины, заводы. Вот этот сорт, это американский клен, он у нас здесь вообще как сорняк растет. Значит, он в себя вбирает всякие тяжелые металлы, если вот он где-то, я говорю, растет вблизи вот таких плохих объектов, в общем, то это будет очень вредный сок. Вот у нас же здесь мы находимся далеко от всяких заводов, от всяких трасс. Это деревня, чистая земля, поэтому здесь сок просто оздоровительный. Уже тоже написано, что с давних времен в медицине стали использовать его для того, чтобы оздоравливаться этим соком. Ну, собственно, желаю я всем здоровья, душевного и телесного. Пейте натуральный сок. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.